Всех приветствую, с вами Android Android, и сегодня играем в игру, которая называется Mud Rally. Так, игра на английском языке и не требует доступ в интернет. От вас не требует, чтобы у вас был включен интернет. Давайте быстренько разберем, что тут мы имеем. Давайте зайдем в настройки. Так, управление, я скорее всего наклон. Так, давайте маленько, громкость музыка, конечно. Даже можно сделать, чтобы какой-то урон был, музыка. Так, неинтересно. Дальше. Давайте зайдем в гараж. Так, вот у нас имеются автомобили, которые мы можем с вами, в принципе, заработать. У меня 50 тысяч, я могу, в принципе, любой из этих автомобилей купить, если захочу. Смотрите, 1000, какие красивые автомобили. 90, ух, автомобиль, смотрите. Не повторяюсь. Ну, давайте выберем какой-нибудь автомобиль, который мне понравится. Наверное, выберем... Так, наверное, выберу... Не, 170 тысяч, это дороговато для меня. Вот этот автомобиль выбираю и покупаю эту тачку, и погнали. Так, дальше что-то у нас имеется. Блин, можно здесь музыку убрать, а то меня будет плохо слышно. Ну, а попробую еще перекричать. Надеюсь, вы меня слышите. Так, какие режимы имеются? Чемпионшип, тайм-атак. Давайте выберем чемпионшип. Ага, 4 страны, 16 уровней, 5 стран, 30 уровней. Давайте выберем вот это. Погнали. Посмотрим, что за игрушка себя представляет. Так, ну, как вы поняли по названию, не по названию вы поняли или не поняли, это ралли. А в ралли вам нужно доехать как можно быстрее по определенным трассам. Как Колин Макрей, вы наверняка знаете такую игру. Вот по этому принципу сделана и эта игрушка. Первое, что бросается в глаза, это спрайтовые деревья. Это, конечно, жесть. Это вот это первое бросается в глаза. Смотрите-ка, я могу даже выезжать за... Да стой, чувак. Могу заезжать за трассу. Это прикольно. Блин, все-таки я зря выбрал, в принципе, управление... Управление осуществляется с помощью наклонов. Да, дерево, конечно, вообще какое-то супер-пупер. И такое ощущение, что у меня игра лагает. Так, а коробка у нас автоматическая. Возможность есть поменять камеру. Блин, мне достало это. Блин, ну ладно, будем мучиться с этим управлением. Можем поменять камеру. Давайте сейчас это сделаем. Маленько проеду. Ну реально, у меня в некоторых моментах подтормаживает на моем-то мощном устройстве. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, поменяем камеру. Так, имеется такая камера. Блин, ну она для меня здесь неудобна. Эй, чуваки. Две камеры, что ли, всего? Да, это прикол. Так, ну, на таких, в таких играх тяжело играть. А в том, в чем тяжело? В том, что очень однообразный геймплей. То есть вы тупо как идиот едете, и вы не увидите ваших соперников. А ваши соперники – это время, которое здесь имеется. Так, надо притормаживать хотя бы. Чего я не торможу, нифига. Уровни какие-то унылые, я вам скажу честно. Ну и все-таки раз начали эту трассу, сейчас пройдем ее до конца. Посмотрим, как она выглядит полностью. А, что, проехали что ли? Короче, чуваки, я лоханулся. Я поехал в другую сторону. И что самое смешное? Самое смешное. Игра не сказала, что я еду в другую сторону. Это вот огромный недостаток, потому что реально я запутался, пока ездил. Ну, я вообще... Блин, надо все-таки тормозить маленько. А я что-то чувствовал. Я чувствовал, что что-то как-то я не туда поехал. Но игра мне это не подсказала. И в результате я потратил свое время для того, чтобы ехать туда-сюда обратно. Да, график, конечно, так себе. На дворе 2017 год. А на... В мобильных устройствах выпускает игры в разы лучше, чем вот эта вот, вот эта вот игрушка с такой графикой. Ну, хотя сами модельки автомобилей сделаны достаточно добротно. К ним придирок вообще нету. Поэтому тут, как понимаете, это. Так, что бы еще... Давайте попробуем проехать эту трассу до конца. Поизвращаться. Вот видите, притормаживает у меня, когда дергается. В некоторых ситуациях
некоторых моментах, их ситуациях. На мгновение у меня кадры падают. Такой-то графикой, и чтобы кадры падали, это, конечно, кошмар. Я, как я понимаю, поставлю стопудово антирекорд в этой трассе. Тихо-тихо, главное мне тут не шлепнуться, потому что я туда-сюда обратно съездил. Так, еще, что я не замечаю, это карту, в которой показывают, ну, вообще, сколько я проехал. Потому что так тяжело ориентироваться, и непонятно, когда же мы с вами приедем. И кажется, это длится бесконечно. Так, что-то еще... Лев, ну, слышите, подсказки различные, но эта игра полностью копирует Колин Макрей, потому что там тоже, когда вы куда-то едете вправо-влево, да, вам подсказывает компьютер, что сейчас будет поворот. Это хоть как-то это спасает в таких ситуациях, потому что реально, знаешь, как дурак, и можешь, в принципе, разбиться. Одни деревья по бокам. Ну, интересно, тут есть какие-то вообще трассы снежные? Я не знаю, я не... Вряд ли я в эту игру буду играть. Я вообще не любитель таких игр, но... Вам эту игру хотел показать. Смотрите, уже какие-то дома появляются. Я сейчас думаю, трасса закончится. Так, ну, смотрите. Приехал, что ли? Приехал. 4.30, наверное, супер... антирекорд поставил. Ну, да. Давайте посмотрим. Да, я красавчик. Да, сейчас мне куда кинуть? На другую трассу? Блин, ну смотрите, тут спрайтовые люди типа. Так, давайте париться не будем, я хочу посмотреть. А, там другой чемпионат был, вроде можно в него зайти и протестировать. Так, вот. Вот этот. Вот мудозвоны. Ладно, попробуем тайм-атак. Тут все-таки можно будет трассы выбирать. Вот, допустим, ночная трасса. Господи, боже мой, разработчик, чтоб ты помер. Ну как так? Донат тут жесткий, и надо... Как видите, можно выбирать различные трассы в режиме... Да еще крутится тайм-атак, но... Они недоступны. В принципе, это правильно, но все-таки здесь должны режимы доступны быть. Для того, чтобы их открыть, нужно что-то пройти. То есть в результате мы с вами не посмотрим, какие же тут имеются трассы другие. Кошмар полнейший, конечно. Дизайн тоже полнейший кошмар. Ладно, тут уже об игре нечего рассказывать. Давайте скажу, какие достоинства и недостатки. Достоинство. Ну, похоже на Колин Макрей. Небольшая, но есть. Подожди, я могу еще машинку другую купить, что ли? Так, подождите, у меня вот... Могу увидеть машину другую купить, допустим, вот эту. То есть это плюс. Дальше, более-менее нормальные модельки автомобилей. Что тут еще? Ну, в принципе, все. На этом плюсы этой игры заканчиваются. Минусы. Минусы. Отвратная графика. Много доната, обязательно прохождение различных режимов трасс, для того, чтобы открыть другие трассы. Управление какое-то дурацкое. А как вы видели у меня, когда я заехал не туда, да, в обратную сторону, игра мне не показала, что надо ехать назад. Это вообще отвратно, полный отврат. Вот, кстати, другой автомобиль. Короче, игра... Для прямо сильных ценителей такого жанра. Остальным, думаю, игра не понравится на 100%. Давайте выберем вот такой вид и погоняем. Потому что, ну реально, ну что это за деревья кошмарные? Игра так себе. Вот, знаете, я могу погонять могу. То есть, если бы я ставил бы по 5-бальной шкале... Да, я поставил бы данной игре, наверное, двойку с плюсом. Плюс за то, что игра похожа на Колин Макрей. А так игра достаточно отвратная. Короче, никому не советую в нее играть, только ценителям жанра. Ну, а на этом сегодня все. Даже если вам игра не понравилась, но вы должны, мне кажется, поставить лайк. Все-таки я ищу для вас различные игры, и подаются и такие экземпляры. Ничего тут не поделаешь. На этом сегодня все. А с вами был Андроид Андроидыч. Всем пока.